Мэр Анапы Сергей Сергеев высказал недовольство ситуацией в городе по миграционным процессам. Пока службы работают малоэффективно. Подвижки есть, но этого мало, считает глава города. Перед службами, контролирующими незаконную миграцию, поставлена задача еще более жестко бороться с этим явлением. Полиции необходимо усилить и повседневный контроль за ситуацией в городе. Возьмите у часов, Андрей Анатольевич, есть ваш пост, да? Люди подходят фотографироваться, тут же рвут цветы. Местные жители подходят и говорят, что же вы делаете? Вы приехали к нам в гости, полиция не выходит. У них там кондиционер есть на посту? Ну, если есть, вентилятор отключи, чтобы они по улице прохаживались. Еще один острый вопрос – несанкционированная торговля. Сергей Сергеев подчеркнул, анапчане высказывают массу претензий по вопросам незаконной торговли. Мэр Анапы потребовал усилить работу в этом направлении, чаще проводить рейды совместно с налоговой инспекцией. У нас вот сейчас выйдем, два квартала с земли торгуют котлетами. Понимаете? Ну, я понимаю, малина там еще, ягоды какие-то. Да? Ну, котлеты, дорогие друзья, мы что ждем? Куры жарим. Заместитель мэра Анапы Сергей Козлов доложил о работе в сфере незаконной миграции, как контролируется пребывание иностранных граждан в Анапе. Ряд писем отправлено в налоговую инспекцию, в транспортную полицию и природоохранную прокуратуру. Службы должны проверить места, где компактно проживают иностранцы, узнать, на каком основании они прописаны. Задача же транспортной полиции – дежурить на ЖД вокзале, отслеживать потоки новых мигрантов. Если у нас в ближайшие дни что-то не изменится, я выйду на главное управление. Не может так продолжаться. Еще нет пика, уже бардак-то. На совещании также решили более активно привлекать к этой работе и общественность. Ни один сигнал нельзя оставлять без внимания. О местах проживания незаконных трудовых мигрантов и строительных объектов, где массово применяется иностранная рабочая сила, для мер оперативного реагирования можно сообщать по телефонам 8 861 33 30 721 и в ночное время 02. Алина Гумерова, Андрей Стародубцев, Анапа регион.